замеченная в деструктивном поведении лиса, была посажена в вольер. И теперь она здесь, как вы видите, играет, но как только я подхожу, сразу надо показать, что Арчи отдельно, а лиса отдельно. Только что вместе были, видели? Издалека. Посмотрите запись. Привет, привет! Еще раз. Оп. Эп. Нет. Тут еда вкусная. И это гораздо интереснее. Что такое? Что? Я тоже с вами приму это участие в дискуссии. Да, 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 да. Что такое? Ладно, ладно. Ну все. Давай, выходи. Монстр. А я пошел туда. Ты тоже сюда? Ну заходи. Нет? А, там косточка или крылышко заныкано. Прямо в двери. Алиса хотела его сдернуть. Но не получилось. Так, миски сверху. Берем миску. Арчи, уборка тебя ждет в ближайшее время. Исчезло все сено. Стало холодно, все сено скупили собакам, которые живут на улице, и другим животным. Давай уж, прыгай. Опа, молодец какой. Все. Еда не особо горячая. Это просто... Потому что на улице меньше минус 10 градусов, и поэтому кажется, что такая горячая, идет дым. Так что, все. Ну, прям у тебя бандитская берлога, Арчи. Ты устроил прям здесь этот... Тебе тут только бутылок не хватает раскиданных. А так все есть. Ну, носков тоже нет, но все равно. Вот так, все. Алиска убежала, у Арчи завтрак. Я копал снег, Арчи. Вот лопата стоит, видите, горы все растут. И тут сзади неожиданно на меня произошло нападение. Меня прям укусили за ногу, хотели еще сильнее покусать. Угадайте, кто это был? Да, да, да. Кто это был? Вот эта девочка была. Арчи сразу убегает. Так что пришлось ее опять посадить сюда. То есть она днем спала. Потом, видимо, я ходил, ей спать мешал. И она решила меня таким образом проучить. Сейчас она мне показывает, что она явно хочет выбраться из вольера. Это вот система копания. Еще не проснулась, но уже копает. Да. Все хорошо. Придется 20 минут или 30 посидеть. Я пытаюсь ей сказать, что если она будет на меня нападать, да, то я ее буду сажать куда? Такая вредная. Да. Буду ограничивать ее движение. А она, так как она самая тут главная, она, конечно, это ей не нравится. Что она мне высказывает. И Арчи тоже. Но Арчи, в принципе, он
недолго ее терпит. Он чуть-чуть и потом сразу отпор ей дает. На-на-на-на-на-на-на. Да, очень интересно, читал комментарий, там сказано, наденьте на Арчи шлейку. А как вы себе это представляете, как на Арчи надеть шлейку и с ним погуляете во дворе? Это можно сделать только если у вас металлические руки и очень быстрая реакция. И то, наверное, не получится. Ну и плюс, когда животное никогда в шлейке не ходило, либо не ходило на поводке, вы можете найти видео с Алисой по этой теме, то оно себя чувствует в замкнутом пространстве, ему очень плохо. Ой-ой-ой-ой. Ничего, ничего. Сейчас я принесу поесть этим товарищам. Кстати, может быть такая злая Алиса, потому что она с утра не поела. Ну вот, прибежал и всех собак напугала. Ой, вы посмотрите. Красотка какая. Чтоб ты так в жизни давалось себя гладить, как сейчас. И в доме. И погладить. И за ушами, и рядом собаки. Ну что же такое? Все. Полчаса или 40 минут хватило посидеть в норе Алиску. И Алиска выбежала оттуда. Да. Да. Все утро кричала. Да. О. Ладно, ладно. Тут и белый подошел. Да ладно тебе. Куда ты спешишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, лисы любят так гладиться больше, чем собаки. Ну ладно, ладно, ладно. Не переживай. А белый пока что у меня из кармана достает вкусняшку. Пока я глажу Алиску. У вас какая-то общая работа, мне так кажется. Ты отвлекаешь, а белый из кармана потихоньку достает еду. А-а-а. Ладно. Белый. Мне так кажется, ты работаешь вместе с ней. В паре. Все. Алиса покинула здание. Нет, еще не покинула. Ты же, наверное, пришла за завтраком. Да? На тебе утку. Забирай. Иди. Первый пошел. Так, теперь вы остались. Давайте. Второй. А, ты не пойдешь? Ты прям так ее съешь? Макс, ну ради приличия, выходи. Макс. Держи. Давай, на выход, белый, на выход. Вот видите, собаки долго не думают. Они просто съедают. Ну все, пошел кормить Арчи. Не, вы все. Ты меня съесть хочешь, девочка? У тебя сегодня ко мне плотоядное настроение. Ой, ты такая, такая прям вредная. Вот так. И Арчи тоже гоняет. Меня гоняет за ноги, хватает. Арчи гоняет. Арчи, что происходит? Качает права. Сейчас потепление, поэтому лисы, в принципе, целый день спят. Активности никакой нету. Сытые лисы спят. А очень сытые лисы вредничают. Очень сильно вредничают. Да я уж понял. Ну что, мириться будем? Давай так, ты не будешь меня кусать.
посидишь тут полчаса и потом пойдешь гулять. А, спасибо. Все. Там еще Макс ходит. А, Макс. Что-нибудь съест, пока ты сидишь здесь, он твое что-нибудь съест. Я понял мысль. Но не надо было меня кусать за сапог.